Ребята, всем привет, вы на канале Не Спит, и по традиции 3 часа ночи, 21 число, ребят, смотрим магазин. Ну, левая сторона у нас не обновится, так что чисто правую смотрим, ребят. Что сегодня у нас будет? Угу. Так, ну давайте начнем с правой, у нас новинка одна, сальто назад. Эпично. Так, сейчас я только поменяю скин, потому что нужно что-то с лицом. Чтобы было лицо. Да, кайфово. А, вот он улыбится. Кайфовый, кайфовый, мне нравится. Это после хэд. Хэд сделал жесткий со снайпы. Памс, ловите. Очень круто. Молодцы, 5 сотен всего. Кайфовые эмоции. Герой асфальта. У нас, кстати, девчонка в этом сезон пассе есть. Девчонка вот под этого типа. Это был с остальными. Девчонка и пацаном с остальными. Это их кирка. Кайфовая. Ну, это с китайского этого. С китайского сезона, походу. С китайского Нового года, короче, скин. Как мне кажется. По верху. Ракетная Родео. Она заканчивается. Я думал, она зациклена. И рабочая лошадка. Ну, тупо стандартная. Вообще, максимально стандартная. Чуть подперекрашена. Вообще беспонтовщина. Ну и прошлый, то, что со вчерашнего дня осталось, ребят, это Луча и Лучадор. Это мексиканский рестлинг. Назовем это так. Ну, у них свой рестлинг. Ну, грубо говоря, милый рестлинг. Лучадоры. Их кирка. Ну, кирку я что-то вообще не понимаю. Вот прям вообще мне не заходит. И дельтаплан. И дельтаплан, ребят. Угу, отлично. Как-то так, ребят. Вот такие сегодня скины. Спасибо всем за просмотр, ребят, спасибо за лайки под видео. Каждый день стримы с полдесятого вечера до трех ночи, ребят. Приходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, ребят. Все, до завтра. Впилю в ролик. Точно протестить, раз купили, чтоб люди другие видели. Так, ребята, теперь опробуем только что купленный дельтаплан из нынешнего набора. Полетели. Ну, неплохо. Похоже на ворона. Да, кайфово. Похож на ворона. Реально похож.